О возможностях стабильного заработка в деревне продолжим говорить после блока коротких новостей. Подготовка к посевной, состояние машино-тракторного парка и работы инженерной службы краевого агропромышленного комплекса – эти темы стали основными на встрече аграриев в Назарово. Круглый стол был инициирован краевыми парламентариями. Власти и сельхозпроизводители обсудили комплекс мер, направленных на дальнейшую модернизацию краевого машино-тракторного парка и повышение эффективности работы в условиях сложного бюджета. Будем выносить на обсуждение руководителя создания таких уборочно-транспортных комплексов по зонам, сконцентрировать там новую технику и помочь, вот особенно в уборочную компанию, тем хозяйствам, которые не обладают своим запасом зерноуборочных комбайнов, транспортными средствами, то есть вот сконцентрировать все в одном месте. Здесь сегодня мы хотели показать представителям всех регионов края, что же такое современная инженерно-технологическая служба в сельском хозяйстве, как она должна быть организована. И итогом этого рассмотрения будет принятие программ восстановления мастерских, пунктов технического обслуживания, самой инженерной службы, укрепление кадров.